Интернет-провайдер Dom.ru поздравил своих абонентов с наступающим Новым годом. Подарком для 300 взрослых и их детей стало посещение драмтеатра, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. В один голос приглашенные на спектакль отмечали, они наконец-то ощутили приближение праздника. Фойе драмтеатра быстро наполняется зрителями. Ждать представления совсем не скучно. Бесплатный аквагрим и фотосессия помогают забыть о времени. Оксана Хардина мечтала оказаться на подобном празднике с детьми. Только что художники сделали похожей на новогоднюю елочку 4-летнюю дочку Олю. Мы были очень рады, потому что мы хотели сами сюда сходить. Мы каждый год стараемся сюда ходить. И тут раз вот, как бы, такая акция у вас была, очень приятно, прям вот до безумия, потому что как бы цена не маленькая билета, да, и вот нам вот, чтобы пойти всей семьей, ну это накладно очень выходит. А тут раз вот и такая акция. Интернет-провайдер Dom.ru известен не только как поставщик услуг связи, но и своими социальными акциями. Компания поддерживает спортивные соревнования, помогает учреждениям культуры. На праздник «Драматический театр» Dom.ru пригласил семьи своих самых преданных абонентов. Мы очень хотим, чтобы эмоции, которые получают наши абоненты, они получали их не только с экранов телевизоров, но и вживую здесь, в театре Пушкина, с героями, с Дедом Морозом, Снегурочкой, интересными спектаклями. Герои сказок не заставили юных зрителей ждать дольше положенного. Вместе с Лисой и Медведем, Снегурочкой и Дедом Морозом дети по традиции зажгли новогодние огни на елке. Дочки Екатерины Вериной на празднике одни из самых нарядных. Мама радуется даже больше детей. Приглашение от компании Dom.ru на праздник вся семья восприняла как новогоднее чудо. У нас интернет-телевидение, Wi-Fi получается, ну и все по дому, что имеется в наличии, Dom.ru предлагает. Муж главный у нас абонент, поэтому вопросы все у него решаются. Мы только пользуемся и получаем удовольствие. После встречи со сказочными персонажами получать удовольствие гости отправились в зрительный зал. На сцене драмтеатра спектакль по повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек». В следующий раз абоненты интернет-провайдера Dom.ru соберутся вместе 28 декабря. В 19:00 в гостином дворе компания будет проводить традиционный новогодний розыгрыш подарков. Елена Тимофеева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ-Ин.